Коллеги, рядом со мной Данил Касимов и Марина Андреева. Алибашевский базар, здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, о себе. Алибашевский базар, что это? Ну, Алибашевский базар – это в первую очередь Тюмень, это Тюменская область, это север. Ну и Алибашевский базар – это, конечно же, универсальный розничный рынок. На сегодняшний день Минпромторгом мы признаны лучшим универсальным рынком России. Мы очень рады. Лучший универсальный рынок России. Вот что вы сейчас чувствуете? Вот только радость, гордость за себя, за других? Ну, обязательно. Мы, конечно, очень рады. Для нас это было неожиданно. Испытываем сейчас не только радость, но и гордость, потому что Тюмень – это люди, это в первую очередь люди. И мы очень рады, что к нам такая награда придет. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать спасибо тем факторам, которые нам позволили, наверное, стать таковым. Хотелось бы поблагодарить в первую очередь команду, которая начинала идею Алибашевского базара, команду, которая строила Алибашевский базар, и благодаря которой он сегодня является таким красивым, эргономичным, очень комфортным. И большое спасибо идейному вдохновителю нашему Игорю Мирвахисовичу Самкаеву, который добился вот того, чтобы сегодня Алибашевский базар был ровно таким, какой он есть. Еще хотелось бы сказать большое спасибо нашим посетителям, потому что, ну, рынок без посетителей, я считаю, что это вообще, в принципе, пустое место, да? Вот. Наши посетители самые крутые, они всегда очень внимательны, они всегда очень избирательны. И, конечно же, нам с нашими арендаторами приходится прикладывать максимум усилий для того, чтобы удовлетворить их вот такой вот все время растущий интерес к нам и их пожелания, я бы так сказала. Ну и, конечно, хотелось бы сказать спасибо арендаторам и команде Алибашевского базара за то, что они работают в такой классной, сплоченной команде. И команда точно классная, потому что не классные команды не отмечают такой высокой награды. Спасибо вам и удачи дальше в вашем нелегком деле. Спасибо, Сергей. Спасибо.